мы не можем сегодня собраться все вместе, как принято, и чествовать ветеранов. Но я уверен, что мои земляки сделают это в кругу семьи. Вспомнят каждого. Воздадут должное тем, кто жив. Поздравят их сегодня лично в кругу семьи или по телефону. И, конечно, вспомним каждого, кто отдал свою жизнь на фронте и в тылу, защищая нашу великую Родину. Я призываю всех, несмотря на то, что мы не можем провести бессмертный полк на улицах наших городов и сел, сегодня все-таки провести эту святую акцию, которая родилась в глубине души нашего народа, бессмертный полк. Каждый из вас может поучаствовать в нем сегодня, подойти к своим окнам, выйти на балконы с портретами своих предков, героев войны, защитников нашего Отечества. Выйти на балконы. Я уверен, что эта акция станет всенародной. В нее включился и наш Белый дом, правительство Самарской области, его здание. Оно украшено сегодня также в честь этой акции бессмертного полка. В фотографиях, которые сегодня в окнах здания правительства, герои Советского Союза, наши с вами земляки. День Победы!